Праздничный концерт, приуроченный ко дню пожилого человека, собрал полный зал. В новом доме культуры в Горках Десятых почти 400 пенсионеров из 10 поселений округа. Всем вам огромное спасибо за вас, за ваш труд, за то, что вы делали, и многие из вас, как уже сегодня было сказано, продолжают делать, участвуя в различных мероприятиях. Одним из подарков для собравшихся стало выступление мастера международного класса по песочной анимации Аллы Филипповой. Она создавала картины прямо на глазах зрителей. Подобное творчество не чуждо многим из собравшихся в зале. В клубе «Активное долголетие» 19 направлений. Это и спортивные направления, йога, пилатес, скандинавская ходьба, физкультура. Также есть направленности творческие различные и образовательные, в том числе компьютерная грамотность. Много планов и желаний. Участники клуба «В активное долголетие» не привыкли сидеть на месте. Вот и в праздничный день решили не довольствоваться ролью зрителей. Пели и танцевали под любимые песни в исполнении Александра Айвазова. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».